люди только начинают, допустим, входить в эту информацию, что нужно менять поставщика. Я только сегодня узнала. Вот, пожалуйста, понимаете? А очередь здесь, и пунктов, кто обслуживает, или центров, которые бы оказывали эти услуги и помощь людям, я считаю, что недостаточно. И нам очень интересно, как мы в многоквартирном доме один сосед будет получать ясно, другой будет получать от нафтогаза, а третий будет получать от Маргаза. Но труба будет одна и та же. Это будет так замечательно. Я лично вчера только вечером узнала, что вообще Азовгаза нет. А сейчас банк, приватбанк, что-то можно, но я не знаю как. Почему вы решили прийти сами? Ну, чтобы убедиться, надежный. Да? Надежный. Понятно. Висит банк и висит программа. Многие требуют другие какие-то документы. Поэтому многие ищут банк и вообще от банка возвращаются. Очередь в Азовгаз. Долго не выходит, долго перерасчет делать. Чтобы перейти на другого оператора, нужно произвести перерасчет. Нет, мне просто Азовгаз должен деньги. Мне надо... Волноваться не нужно. Я думаю, все, у кого какие-то вопросы, до 31 августа их решат. Вот. Что произошло? С 1 июля Азовгаз прекратил поставку газа населению в связи с отсутствием ресурса. И все, без исключения абоненты, перешли поставщику «Останьи на день». Вот. Автоматически, то есть никакие договора с этим поставщиком дополнительно заключать не нужно. Расторгаться с Азовгазом не нужно. Все это произошло автоматически. Перешли они поставщику «Останьи на день» на срок 60 дней. То есть в этот срок потребители должны определиться и уже оформить взаимоотношения с поставщиком, какого они выберут из перечня, который достаточно большой. И оформить договора на поставку путем оформления заявок приемными. Людей много. Значит, люди обращаются с какими вопросами? Первое, это делают сверочки по состоянию лицевого счета на 1 июля. Те, у кого задолженность оплачивают, поскольку поставщики другие, которыми не перейдут, естественно, берут к себе потребителей без долгов. Вот. В частности, НАК «Нафтогаз» требует справочки об отсутствии задолженности по предыдущему поставщику. Перерыв час иллюстрации кофе. В кассу свободно. А мы вот, которые сверху делаем, вот здесь фамилию поменять, сидишь как идиот. Фамилию поменять просто, да? Только заключила договор месяц назад с «Азовгаз». Вот меняются опять. И опять вы стоите, чтобы перерасчет сделать? Нет, я заплатила вперед авансом. А теперь я им переплатила, а новый поставила.